Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города» в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Охрану школьников в ближайшем будущем могут осуществлять профессионалы. Зрение подводит. Дети все чаще жалуются на то, что плохо видят. Штраф за неиспользование муниципального контракта главу Захаровского района привлекли к административной ответственности. В Государственную Думу внесли законопроект об охране школ Росгвардии. Его авторы считают, что учебные заведения должны охранять подготовленные люди, а не люди в возрасте. Как рязанские родители отнеслись к этой инициативе и как охраняют безопасность школ сейчас, выяснила Дина Исляева. Сергею Сидорову 61 год, он охранник 39-й рязанской школы. Его обязанность – смотреть, кто входит в образовательное учреждение. На главной двери установлен домофон, два крыла закрыты на задвижке. В случае экстренной эвакуации их легко разблокировать. И в то же время никто посторонний в школу проникнуть не сможет. За порядком Сергею помогают следить дежурные учителя. Общаться с родителями и учениками приходится самому. А это, как выяснилось, работа не из легких. Вышел на пенсию после службы в МЧС. И с 2006 года занимаюсь охранной деятельностью. В школе работаю третий год. Вот именно в этой? Нет, в этой только два месяца. Третий. В основном шумно. Приходится как бы сдерживать свои эмоции, помогать, подсказывать и учителям, и воспитателям, ну и учащимся, естественно. В 39-й школе 860 учеников платят за охрану их родители. Каждый год заключается трехсторонний контракт с частным охранным предприятием. Дирекция школы только подписывает бумаги, выбирает, кто будет следить за безопасностью мамы и папы. О законопроекте, предлагающем охранять учебные учреждения сотрудникам Росгвардии, многие уже слышали. В каждую школу посадить по милиционеру, это, мне кажется, уже слишком. В принципе, у них работает, помимо этого, выше крыши. ЧОП просто. Единственное, контроль поставить на должный уровень. Поставить критерии тем же самым ЧОПом, чтобы это были не бабушки-пенсионеры, а, допустим, определенного критерия мужчина. Мнения рязанцев также сводятся к тому, что школы не должны охранять люди пенсионного возраста. Кроме того, они должны проходить определенную подготовку. Их работу необходимо контролировать. Конечно, подготовленные, уж если так-то. Как бы больше силы, если вдруг, но если это на случай, если действительно что-то случится. Так-то, конечно, если все спокойно, в принципе, и бабушка там. Бабушка, она что делает? Чтобы лишний, ну, кто-то там чужой не зашел. А так-то уж, если что-то случится серьезно, действительно она ничего не сделает. Бабушки кто не есть. Закрывают глаза, половину пропускают, не видят. Должны люди специально заниматься этим. Частное охранное предприятие. Законопроект об охране школ Росгвардии внес в Госдуму член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Новость эта, прозвучавшая 9 ноября, вызвала оживление, но такой инициативы ожидали. Напомню, тема безопасности в школах активно обсуждалась еще в октябре после событий, произошедших в Керченском политехническом колледже. Эти кадры сняты во время учений бойцов СОБРа. Что бы ни говорили в пользу частных охранных предприятий, профессионально подготовленные люди, постоянно проходящие подготовку, все же смогут лучше защитить школу, чем бабушка-вахтер. Однако окончательное решение, кому охранять школы, за депутатами Госдумы. Законопроект только в стадии обсуждения. Если он и будет принят, то уже в 2019 году. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В продолжении школьной темы. Каждый четвертый ученик общеобразовательных учебных заведений имеет проблемы со зрением. Такой вывод сделали рязанские офтальмологи на основе данных ежегодного медицинского осмотра. Что становится причиной и как сохранить зрение ребенка, узнала Галина Кудряшова. Рискуют стать близорукими. В группу риска входят все дети школьного возраста, дети, рожденные недоношенными, и те, чьи родители близоруки. В норме, когда мы смотрим вдаль, мышцы глаза расслабляются, а когда фокусируемся вблизи, напрягаются. Однако из-за неправильного образа жизни глаза привыкают работать на одном и том же расстоянии. Связки перенапряжены, и хрусталик из плоского может стать выпуклым. Приедьте в фитнес-центр, спортзал, возьмите штангу и постойте с ней на вытянутых руках. Как долго вы простоите? Нет, недолго. Начнут мышцы там сокращаться, все, руки начнут трястись просто. Так вот и глаз, он не может смотреть все время на одном расстоянии. 30 сантиметров, 40, 45, ну монитор 50. Он там просто кричит сос, только его никто не слышит. А потом мы получаем близорукость.
мы не можем смотреть вблизи. Современным школьникам очень трудно давать советы. Офтальмологи отмечают, что дети сильно загружены. Большое количество уроков, домашних заданий и занятия с репетиторами дают колоссальную нагрузку на зрение. Чтобы все успеть, старшеклассники часто отказываются от физической нагрузки, а ведь именно она помогает исправить ситуацию. Глаза отдыхают во время плавания 3 раза в неделю, во время тенниса большого и малого, во время велосипедных прогулок, прогулки на лошадях, пожалуйста, бег трусцой. Можно просто ходьба. И обязательно с родителями, всей семьей выезжать в лесную зону, дышать свежим воздухом. При этом офтальмологи советуют гулять в дневное время суток. Существует мнение, что в темноте зрачки расширяются и начинает работать периферическая сетчатка. Таким образом, близорукость может только усилиться. Также, чтобы сохранить зрение, полезно делать гимнастику для глаз и держать спину ровно. Очень полезное упражнение для шейного отдела позвоночника. Следить учителям надо за правильной осанкой в классе. Дети сутулые, дети уже со сколиозом в раннем возрасте. Это все влияет на развитие органа зрения. Глаз растет до 16-17 лет. Поэтому родители должны быть очень бдительны. Офтальмологи отмечают, что чем прямее спина, тем лучше кровоток в голове, а значит, тем легче глазу и мозгу получать необходимый для жизни кислород. Стоит также отметить, что на прием к специалисту нужно ходить как минимум 1 раз в год. Ведь вовремя сделанная диагностика может помочь вернуть 100% зрение. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Природоохранная прокуратура обнародовала видеопроверки, снятые в Захаровском районе. Там главу администрации привлекли к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей за неисполнение муниципального контракта. Подробности далее. С 2-3-этажных домов сливается. И вот с этих многоэтажных коттеджей. Живописные ручьи обнаружила природоохранная прокуратура в селе Захарово этой весной. Что вода мутная и от нее идет неприятный запах, неудивительно. Как выяснилось, это канализационные стоки. Это прямая угроза благополучия наших граждан в связи с тем, что данные истоки протекали вдоль и непосредственно в близости от школьных и дошкольных учреждений села Захарова и подвергали наших граждан реальной опасности заражения тех или иными заболеваниями. Стоки, поступающие в накопительные емкости, должны были вывозиться и утилизироваться, но этого почему-то сделано не было. Емкости накопительные были разрушены, вода без очистки, сточная вода без очистки проникала за пределы этих емкостей и по рельефу местности стекала за пределы данного населенного пункта. Причем это были, как я уже сказал, не единичные факты. В связи с этим прокуратурой были приняты меры прокурорского реагирования. После вмешательства природоохранной прокуратуры главой был заключен муниципальный контракт на ремонт канализации по улице Школьная. Его сумма более 93,5 тысяч рублей. Еще одна проверка показала, предусмотренные работы выполнены, однако в установленные сроки оплата не произведена. За это нарушение природоохранным прокурором в отношении главы района вынесено постановление о возбуждении административного производства. Чиновника привлекли к административной ответственности. Ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Денис Ляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Теперь к самым интересным и значимым новостям недели. Злой рок или бездействие властей? В Рязани как не было дорог, так и нет. Жители поселка Южный жалуются на то, что невозможно ездить на авто и страшно переходить улицу. Ямы занимают буквально всю проезжую часть. На месте побывала Галина Кудряшова. Эта дорога – единственная связь жителей дома номер 46А на улице Кутузова с Большим миром. По ней нужно пройти на остановку, по ней в магазин, по ней же в гости. Однако дорога больше похожа на грунтовую. Ведь под слоем грязи и земли асфальт угадывается с трудом. Местные жители говорят, что капитального ремонта здесь не было около 40 лет. Не чистится ничего абсолютно. Единственная тропа, вот она вот так вдоль автодрома, вот это вот там у нас ступенечки. Это просто карикатура. Жить в городе, и когда все ходят уже в туфлях, мы ходим, не знаю, дома и в сапогах, когда начинается таяние снега, это вообще ужасно. Это сплошные лужи, сплошная грязь. Ольга Охромкина, ну, вот мама троих детей, признается, что самое тяжелое время – это зима, ведь тротуара нет. И если летом с коляской можно пройти по бровке стадиона, то в холодное время года снег никто не убирает. С маленьким ребенком приходится выходить на трассу. Машина едет, кто в сугроб, кто, если водитель нормально, он уступит, пробегаешь как-то с коляской. Если нет, то как бы пытаешься сама в сугроб зайти. Когда-то дом был общежитием многопрофильного колледжа, затем его передали городу. Жители оказались на отшибе, и разобраться
разобраться, кто должен благоустраивать территорию, не могут до сих пор. Постепенно начали появляться заборы. Колледж уже оградил территорию около центрального здания и автодрома. Люди боятся, что следующий забор появится у стадиона. Обращение к депутатам дало противоречивые результаты. Первое письмо жители направили в «Единую Россию». Написала, было все в письменном виде. Пришел ответ, что якобы запланирована наша дорога в бюджет города Рязани 2015-2020 год. Тишина. Не так давно, наверное, где-то в сентябре я обращалась в ЛДПР. Тоже пришел ответ, что дорога, оказывается, у нас принадлежит нашему техникуму. Вот два назад приезжал Ковалев, тут нам немножко засыпали, сказали, что сделают дорогу, но так и не сделали. Зимой, я говорю, ни скорая, ни сюда не могут проехать. Ни такси. Ни такси. Такси сюда не едет. А между тем дорога становится все хуже. Большие и маленькие, глубокие и мелкие. Ямы здесь можно встретить на любой вкус. А вот проехать и не влететь хотя бы в одну из них не получается даже у старожилов. Дорог вообще нету. Неделю. Каждую неделю баллоны все клеим и клеим с этими дорогами. Хотелось бы к лучшему, чтобы побыстрее дороги сделали. Пока жителям везет. В этом году осень выдалась сухой. Но что будет зимой, они боятся даже представить. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 1 января 2019 года пенсионеров ждет сразу несколько изменений. Самое обсуждаемое – это повышение пенсионного возраста. Как и заявлялось ранее, переход будет осуществляться постепенно. И к 2028 году будет закончен. Еще одно важное нововведение – это индексация. Мы узнали, насколько увеличатся пенсии с нового года и что нового ждет учителей и врачей. С 1 января вступает в действие 350-й закон. Именно тот, который регламентирует повышение пенсионного возраста. Напомним, женщины теперь будут уходить на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Переходный период будет длиться 9 лет, вплоть до 2028 года. При этом до 2021 года прибавлять будут по полгода. Таким образом, те, кто должен был пойти на пенсию уже в январе 2019 года, смогут это сделать только в июле и так далее. И если льготных категорий граждан нововведения не коснутся, то врачей и учителей очень даже. Педагогическим медицинским работникам, когда мы будем в 2019 году назначать пенсию по выслуге лет, так называемую, то она у них будет отложена, время получения в 2019 году на полгода с момента права, в 2020 году на полгода и дальше также на год по той схеме, какой установлен для всех пенсионеров. Управляющий региональным отделением пенсионного фонда уверяет, эта реформа дает возможность уже в январе будущего года повысить пенсионные выплаты. Правда, индексация коснется только страховых пенсий. Именно индексация будет не с 1 февраля, как обычно мы это делали, а именно с 1 января. И эта практика, она уже будет, так сказать, ежегодной. И 7% – это почти в два раза выше, чем ожидаемая инфляция по итогам 2018 года. Таким образом, если пенсия составляет 10 тысяч рублей, то прибавка составит 700 рублей. Сейчас в регионе 386 тысяч пенсионеров, при этом 43 тысячи получают так называемую государственную пенсию. Это инвалиды и дети, оставшиеся без кормильца. На эту категорию граждан индексация 7% распространяться не будет. У нас индексация государственных пенсий, она происходит уже не в рамках индексации страховой, а в рамках индексации ежемесячной денежной выплаты и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Эту индексацию мы сейчас с 1 апреля любого года. Ну и, соответственно, уровень индексации этих пенсий, он намного ниже, чем уровень индексации страховых пенсий по старости. Также индексация не коснется работающих пенсионеров, но им с 1 августа 2019 года будет сделана корректировка выплат в зависимости от их страховых взносов. Индексация будет восстановлена, как только человек перестанет работать. Расчет пенсионных выплат довольно сложен. Главное, на что обращают внимание при формировании пенсии, это стаж и сумма страховых взносов. Если пенсия получается меньше прожиточного минимума пенсионера, на сегодняшний день он составляет 8,5 тысяч рублей, то устанавливается федеральная социальная доплата. Здесь важно, что при индексации в расчет берется только сумма пенсии без доплаты социальных выплат. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Предлагают отменить платные парковки рядом с соцучреждениями. Законодательным урегулированием вопроса теперь займется областная дума. Если решение депутатами все же будет принято, поправки вступят в силу с нового года. О том, что платные парковочные зоны создавались в городе бессистемно, не один раз говорили автомобилисты. Какие законы нужно знать тем, кто хочет оставить авто в центре, и как вызволить авто со штрафстоянки, не заплатив ни рубля, в нашем следующем сюжете.
центре города мест, где бесплатно можно оставить машину, практически не осталось. Чтобы лишить автолюбителей еще одной такой территории, зону вокруг торгового центра «Малина» превратили в пешеходную. Рязанцы оказались этому не очень рады. Вы ощущаете, что идете по пешеходной зоне или все-таки нет, судя по количеству машин? Ощущаю, что пешеходная зона не останавливается. Не скажу, что могут сбить, но порой приходится ждать некоторое время. Потому что часто ходим в торговый центр, работаем недалеко здесь. И иногда, да, бывают неудобства. Вот, например, дружно перемещаемся. Вот. И с этой стороны «Малины», и с другой стороны, со стороны перекрестка, довольно-таки проблематично. Но что делать в этой ситуации водителям? Многие приезжают по делам, а оставить машину негде. Здесь много рабочих мест, ну, соответственно, я доставщиком работаю. Вот. И, то есть мне нужно сюда заезжать, а получается, что нельзя. А других вариантов нет. Здесь работаем, и машина и на разгрузку, и все, сюда машины приходят, здесь и рестораны, и все. А вот на улице Чапаева платную парковку сделали там, где она не востребована сейчас, час пик, но здесь нет ни одной машины. Сделав платную парковку на улице Чапаева, не учли, она занимает одну из полос. Если она будет заполнена в тот момент, когда здесь случится ДТП, движение на улице фактически будет парализовано. Ситуация не лучше на улице Праволыбецкой. Даже платных парковочных мест не хватает. Автолюбители вынуждены оставлять авто у желтых линий и на улице Ленина, где остановка запрещена. Сейчас мы превращаемся в какой-то гетто, когда ни на одной из улиц мы толком не можем найти место, где можно припарковать машину. Понятно, что, повторюсь, кто-то зарабатывает на этом деньги, но основная масса рязанцев считает, что здесь идет нарушение прав. И то количество мест, которое указано, оно должно соответствовать платным парковкам, какое-то количество бесплатных парковок. У нас, получается, со временем хотят весь город превратить в платное парковочное место. Совет юриста: если вы не смогли воспользоваться безналичным расчетом и оплатить стоянку при помощи СМС или банковского приложения, а машину эвакуировали, идти в суд. Такое дело можно выиграть. Потребитель сам выбирает форму оплаты, в частности, при оказании услуг, наличными или безналичным расчетом. То, что происходит в городе Рязани, данные устройства не позволяют опускать либо монеты, либо купюры. И это говорит о массовом нарушении прав потребителей при оказании услуг парковок. О чем думали представители администрации, я не знаю. Возможно, решение сделать бесплатными места у соцучреждений частично решит проблему. Однако нет гарантии, что в городе не появятся новые платные парковки. К тому же, если дороги в Рязани оставляют желать лучшего, до сих пор остается открытым вопрос, на что же идут заработанные за счет автомобилистов средства. Дина Ислеева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Осенние каникулы в школах закончились, но среди родительской общественности до сих пор идут споры о том, что же лучше для их детей – традиционная система отдыха, то есть после каждой четверти, или так называемая триместровая система – каникулы через каждые 5 недель учебы. И та, и другая система присутствует в рязанских школах. Мы узнали, в чем отличие, а также плюсы и минусы. 11-классница Ксения Яныкина с интересом изучает расписание. Каникулы закончились и снова в школу. Но это нисколько ее не огорчает. Учиться Ксения любит. В будущем планирует стать врачом-хирургом. Каникулы по четвертям для нее привычны. Она всегда находит в себе занятия по душе. Во время каникул я либо нахожусь в городе и посещаю различные мероприятия, которые организовывает сам город, либо вместе с родителями путешествую по России. 14-я школа имеет многолетние традиции, хотя и от инноваций здесь не отказываются. Но не в вопросах каникул. По словам директора Виктора Гуськова, который отдал работе с детьми 16 лет, система образования на 90% акцентирована на четвертной вариант формирования учебного процесса. Пока удобнее по четвертной вариант формирования учебного процесса, поскольку, во-первых, это совпадает с общероссийскими мероприятиями, проводимыми в системе образования. Я имею в виду и олимпиадные движения, я имею в виду и всероссийские проверочные работы. Виктор Гуськов уверяет, родители активно участвуют в школьной жизни своих детей. И для того, чтобы изменить время каникул, необходимо обращение именно с их стороны. Но в большинстве своем родители точку зрения педагогического состава разделяют. Это удобно, но уже в дальнейшем можно проконтролировать успеваемость. Потом ребенку, я считаю, так легче адаптироваться.
Ну и данные каникулы совпадают с общероссийскими выходными днями. То есть так я могу больше проводить времени с ребенком. В этом году при четвертной системе школьников ждут зимние каникулы с 24 декабря по 7 января, весенние с 25 по 30 марта и, конечно, самые продолжительные – летние с 1 июля. При триместровой системе дети уходят на каникулы через каждые 5 недель. Именно так происходит в 16-й городской школе. Мама и по совместительству учитель русского языка и литературы Светлана Коваленко считает эту систему более эффективной. Нет такой вот нагрузки психологической, то есть дети не устают. И, естественно, это легче, и кажется, что время быстрее мчится. И вот иллюзорно создается впечатление, что прям вот у них больше времени для отдыха. По мнению директора Ольги Бабаевой, опасения по поводу того, что детям будет сложно включаться в процесс обучения после частого отдыха, не подтвердились. Она признается, многие говорят о сложности школьной программы и перезагруженности детей уроками. По ее мнению, как раз переход на триместровую систему каникул помог их разгрузить. К слову, перешли на отдых 5-1 в прошлом году, и результат не заставил себя ждать. Дети меньше стали болеть. И появилось больше желания, ну, трудолюбия, усердия вот за эти 5 недель, да, не только освоить программу, но и для начального среднего звена накопить положительные отметки. В то время как дети неделю отдыхают, у учителей появляется уникальная возможность обмена опытом и повышения квалификации. Также проходит работа по самым разным секциям и дополнительные занятия с учениками. А в свободное время школьники остаются детьми, ведь за загруженностью, ответственностью перед ЕГЭ и выбором жизненного пути именно детства им сейчас так не хватает. Какую бы систему каникул школа ни выбрала, и в том, и в другом случае, в первую очередь учитываются интересы детей. Равномерное распределение учебной нагрузки возможно при почетвертном подходе и при триместровом. Главное – мотивировать школьников на получение знаний, а это уже зависит не от времени и количества каникул, а от личности учителя. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На рязанском стадионе «Локомотив» заканчиваются работы по реконструкции. Ожидалось, что спортом на нем можно будет заниматься с 1 октября. Между тем уже ноябрь, а поле еще не прошло сертификацию. Табличка о том, что работы начались 25 июля, а должны закончиться 30 сентября, осталась только на фото. После публикации в издании «Вид сбоку» все данные об организации, выполнявшей работы, убрали. Сейчас основные работы завершены, идет очистка от строительного мусора. Все, работа заканчивается. Точно срок я вам не могу обозначить, но уже вот все. Ближайшее время. То есть дети кататься смогут, как обычно? Конечно, да. Искусственное полотно – это предназначено для того, чтобы заливался каток. Так что, соответственно, все это будет заливаться, и в этом году все будет кататься. Между тем, поле с искусственным газоном до сих пор не прошло сертификацию, не сделано благоустройство стадиона, нет беговых дорожек. Снималось полностью весь стадион, весь грунт, трамбовалось все это дело, песок засыпался, щебень, несколько слоев крупного, мелкого, отсев для выравнивания поля и за искусственное покрытие. Соответственно, по периметру делался еще дренаж, делалась ливневка, установка беговых дорожек и прыжковые ямы. Стадион «Локомотив» популярен зимой. Как правило, сюда ходят кататься на коньках. Остается только надеяться, что подрядчик успеет завершить работы до того, как выпадет снег. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанцу, спортсмену-паралимпийцу Андрею Сачкову сделали в УКБ сложнейшую операцию с помощью артроскопических технологий, чем в буквальном смысле слова вернули в большой спорт. После травмы Андрей не мог тренироваться, сейчас еще идет реабилитация, но к тренировкам молодой человек потихоньку возвращается. Подробности далее в сюжете. Глядя на этого улыбчивого, открытого человека, не верится, через что он прошел. Возможности у Андрея Сачкова действительно безграничные. Сейчас молодой человек находится в резерве паралимпийской сборной России по легкой атлетике. А когда-то он с легкостью стал кандидатом в мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ. Учился и работал Андрей в Москве. Все изменилось в 2010 году, когда он приехал на выходные в Рязань. Обычный поход на пляж стал началом трагедии. Как говорит сам молодой человек, неудачно нырнул. В итоге сломал шею, и у него парализовало верхние и нижние конечности. Врачи прогнозов тогда не давали. Единственное, мы сказали, что сделали 1%, остальные 99% зависят от него. В самые безрадостные моменты Андрею помогали родители, сестры и друзья. Друзья, когда полгода я там сидел дома, не хотел выходить на улицу, вывозили меня в кафе там посидеть. То есть, ну, сначала же появляется у нас такой менталитет в России, то, что на инвалидской коляске показывают пальцем. Ну, все равно это есть. Не то, что как за границей, когда мы бываем, это по-другому. И поначалу были, конечно, такие прям комплексы, то, что
ты неполноценный, как будто вот тебя презирают. Но вот благодаря друзьям, то есть они вывозили потихоньку, там начались и дискотеки, и кафе, и кино. То есть я езжу, путешествую, футбол посещаю. Сейчас Андрей ведет обычный образ жизни. Работает на двух работах, спортсменом-инструктором. Купил квартиру, общается с друзьями. А самое главное, встретил свою любовь, Наталью. Романтик по натуре, увидел ее и сразу все понял. Первый раз, когда было такое, то что как по щелчку так-то. Все, то что... И я не думал, что реально может быть такое, что мы будем встречаться и будем вместе. Вот, ну, добивался, и вот добился. Сейчас 4 года вместе. Андрей заряжает всех вокруг позитивом и жизнелюбием. В этом году он посетил 4 игры чемпионата мира по футболу. Открытие, когда Россия играла против Саудовской Аравии, матчи Германия-Мексика, полуфинал Хорватия-Англия и финал. Он признается, без родных и близких он не смог бы осуществить все задуманное. 2 года назад Андрей получил еще одну травму. Во время тренировки он ударился локтем. Последствия оказались серьезными. А оказалось то, что ну вот кусок кости отлетел, и он застрял у меня промеж сустава. Ну и когда руку сгибаешь, он трется. И сустав начинает стираться у меня. Операцию провел врач областной клинической больницы Александр Ольчев. Сейчас Андрей постепенно возвращается к тренировкам. Это история о силе духа, характера, непрерывного развития и преодоления. У Андрея есть 3 мечты, чтобы родители были здоровы. Хочет создать свою семью и вернуться в спорт. Андрей на своем примере показывает, что жизнь сбивает нас с ног. Но только нам решать, сможем ли мы подняться. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани прошло торжественное открытие филиала медицинского центра «Добрый доктор». Теперь посетить узких специалистов, сделать УЗИ, сдать анализы или получить медкнижку можно на улице Грибоедова. Подробности далее в сюжете. Новый филиал медицинского центра «Добрый доктор» открыл свои двери на улице Есенина, 9. На 2 этажах врачи клиники уже начали вести прием. Я живу на улице Грибоедова, прямо через дорогу. Врачи достойные, хорошие квалификации у них. Спектр медицинских услуг здесь был значительно расширен. Принимают такие узкие специалисты, как офтальмолог, отоларинголог, эндокринолог, кардиолог, гастроэнтеролог, онколог, уролог и гинеколог. Особенно важно отметить, что «Добрый доктор» сотрудничает с одним из ведущих кардиологических центров Санкт-Петербурга имени Пирогова, где делают кардиохирургические операции. А мы, в свою очередь, здесь на медосмотрах и вот по обращениям пациентов к врачу отбираем пациентов, которые нуждаются в данном виде помощи. То есть здесь встречаются люди с пороками сердца, с какой-то тяжелой сердечной патологией. При этом кардиологический центр имени Пирогова выделяет для пациентов «Доброго доктора» специальные квоты, поэтому операции проводят абсолютно бесплатно. Кроме того, в «Добром докторе» можно пройти медосмотр, оформить медкнижки, сделать рентген, сдать все виды анализов и пройти УЗИ-диагностику, а врачи-специалисты проведут полный осмотр и назначат лечение. В нашей клинике мы оказываем помощь по всему спектру неврологических заболеваний. По частоте обращений на первом месте стоят заболевания позвоночника. Учитывая ритм современной жизни, это, конечно же, нарушение сна и эмоциональной сферы. Очень часто бывают срочные состояния, и, конечно же, это сосудистые заболевания мозга, которые требуют иногда и экстренной терапии. В нашей клинике мы проведем тщательное обследование и подберем эффективное современное лечение неврологических заболеваний. В новом центре появился новый УЗИ-аппарат, кольпоскоп, ФАТЭК, аппарат ФАТЭК для лечения шейки матки. Все это нам помогает улучшить диагностику и назначить правильное лечение. Кроме этого, берем все виды анализов, те анализы на атипичные клетки, на флору, на заболевания, передающиеся половым путем, на гормональные анализы, на гормоны. Еще одно направление работы клиники «Добрый доктор» – косметология. Различные косметологические процедуры, да, начиная от аппаратной косметологии. У нас замечательный комбайн, который выполняет 6 функций, такие как микродермообразие, тепло, холод, фототерапия. Замечательная функция, как ультразвуковая чистка, знакомая всем, дерсонвализация. Вот. Также мы предлагаем, помимо аппаратной косметологии, лазерную косметологию на аппарате «Матрикс». Это всевозможные омоложения, снятие воспалений, подтяжка лица.
В медицинском центре «Добрый доктор» новейшее оборудование и высококвалифицированные врачи, всегда готовые прийти на помощь. Здесь постоянно проходят акции и действует гибкая система скидок для постоянных клиентов. Вас ждут по адресу Есенина, дом 9. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Такой была эта неделя. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала, в пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду, грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету: будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиры в новом жилом комплексе «Полянка» недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 27 55 55.